кто не слышал про упражнение «велосипед». Однако, все ли мы делаем правильно? Все слышали, однако, похоже, не все видели, потому что то, что вы сейчас показали, является совсем неправильным выполнением этого упражнения. Ну, давайте разбираться. Давайте. Занимаем исходное положение лежа на спине, руки располагаем под ягодицы, голову немного отрываем от пола, условно смотрим на носочки, так мы больше нагружаем переднюю линию живота, ноги отрываем от пола на 15-20 сантиметров, носочки тянем от себя и имитируем движение, как будто крутим педали. Наша задача носочком потянуться от себя и выполнить такое легкое дугообразное движение. Ноги не прямо перпендикулярно друг к другу ходят, а совершают плавный круг. Если в этом положении нам делать сложно, можно ли как-то упростить себе задачу? Для этого нам необходимо занять облегченное положение. Мы руки располагаем не под ягодицами, а сгибаем их в предплечьях и опираемся на них, поднимая корпус. Основными ошибками в данном упражнении будет слишком высоко поднять ноги, запрокинуть их на себя и выполнять такие маховые хаотичные движения. Движение должно быть четким и параллельно полу. Тогда только у нас будет максимально задействована прямая мышца живота. И через сколько недель или месяцев у нас появятся заветные кубики? Не стоит ждать от этого упражнения того, что проявятся кубики. Но оно прекрасно позволит вам держать в тонусе мышцы живота.